каждое утро начинала с хорошего настроения. И хочу заметить, что каждый день должен вносить что-то новое в нашу жизнь. Поэтому сегодняшняя тренировка с экспандерами. Итак, приступим. Для этого нам необходимо поставить ноги на ширине плечи, придавив экспандер. Выводим ручки на уровень плеч и начинаем делать обычные приседания. Вниз и вверх. Не забываем о дыхании. Выдох. На усилии всегда выдох. Следим за коленками и за ровной спиной. Повторяем от 20 до 30 раз. И тут же переходим к следующему упражнению. Для этого необходимо одну ногу вести назад. Закрепляем резину одной стопой. Руки выводим на уровень плечей. Опускаемся вниз. Поднимаемся и выносим ногу в сторону. Приседаем. Возвращая ногу вниз, присели и меняем ногу. Возвращаем руки в исходное положение и опускаемся в выпад вниз и в сторону, вниз и в сторону. И переходим к следующему упражнению. Для этого нога осталась в том же положении. И работают руки и плечи. Согнули руки, развели в стороны. Работает бицепс. Включаем в работу плечи. Следите за тем, чтобы локти не отрывались от тела. Повторяем 20 раз и для разнообразия поменяем только ногу. Продолжаем работать в таком же режиме. Бицепс, плечи, бицепс, плечи. Следите за локтем, чтобы локоть не заваливался и смотрел вверх. Закончили упражнение и теперь поработаем немного над нашей спиной. Для этого две рукоятки взяли в одну руку, резину в другую. И просто растягиваем в стороны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Итак, 30 раз и переходим к упражнениям на коврике. Для этого упражнения нам необходимо зафиксировать экспандер на бедрах. И отрываем бедра от пола. Вверх и вниз. Вверх и вниз. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Повторяем 30 раз. И на 30 раз подняли вверх и задержали. Держим 30 секунд. Отдыхаем 30 секунд и повторяем еще раз. А на сегодня все. Мы желаем вам доброго утра и хорошего настроения.